Сразу будем обзор, короче. Короче, дорогие друзья, в общем, смотрите. Эта банкнота посвящена 100 лет воссоединению Румынии и Молдавии. А вот следующая банкнота, это тоже Румыния. Можно повернуть, да. Да, полимерная, огромная, красивая банкнота. А чему это посвящена банкнота? Премьер-министр того года, того периода, Братьяна. Какой год выхода? 19-й год. 2019 год получается. Сколько стоит примерно такая банкнота и тираж? Где-то 70-80 долларов. 70-80 долларов стоит банкнота. Потому что тираж на нее было 30 тысяч. Тираж 30 тысяч. Ну, красотища. 10 тысяч. Красотища, а? Нет, стой, сейчас не старая да. банкнота. Да, а вот рестрайк, полимерная банкнота, 100 лет какой-то там двадцатки, короче. Очень красивая сувенирная банкнота Румынии. Я хотел ее давно купить. И вот, наконец-то, на обзоре я вам ее сейчас показываю. Очень красивый футляр. И сколько сейчас такая стоит примерно? И тираж ее, не помнишь? Тираж тоже 30 штук. Примерно тираж 30 тысяч. 70-80 долларов, а стоила она в районе 1000 гривен в прошлом году. Да, да. Вот такой обалденный буклетик. Класс, 21 год. Единственный, первый, единственный. Вот такой, дорогие друзья, прикольный обзор очень уникальных банкнот Румынии. Так что в клубе в Кишиневе можно неожиданно подснять и посмотреть очень классные банкноты. Это коллекция хорошего знакомого моего. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. И вот вы сейчас были свидетелем своего рода инвестиции. То есть, как бы ты купил себе банкноту, а она у тебя дорожает в цене. Ну, красотища же, а?